Доброго времени суток любителям канала «Дивно Светлое Брест». Пользуясь случаем, предоставляю вам интересное видео достаточно красивых птиц, которые сняла в Мотоле на ярмарке чудесных присмак. По всей вероятности, аисты готовят место для гнездовья, но на дворе август. Тогда что за действо происходит на наших глазах? Друзья, пишите свои версии. Но для осознания аисты хороши собой и всегда одинакового окраса, а люди бывают разного цвета кожи, и никто из них не виноват, что носит на теле краски, данные Богом. Ругаться в их сторону как минимум неразумно. В первую очередь это касается комментатора Фабиус да Сантоса. Ну, хотите сказать, скажите без оскорблений, и тогда вас поймут, тогда услышат, что вы хотели сказать. В противном случае ваш комментарий никто не прочитает. А остальным я напоминаю, что вы на светлом канале. Мы ждем добрых комментариев. Пока-пока, до новых удивительных встреч!